Россияне, которые прибывают в страну любым видом транспорта, с сегодняшнего дня обязаны сдать тест на коронавирусную инфекцию в течение 3 суток с момента прибытия. Разместить результаты приезжие обязаны на портале госуслуги. Мера начнет действовать с 15 апреля. Ранее тест в течение 3 дней был обязательным только для путешественников, прибывающих в Россию воздушным транспортом. Кроме того, гражданам необходимо теперь будет заполнить анкету прибывающего на территорию страны до прибытия в Россию, чтобы в пунктах пропуска был обеспечен санитарно-карантинный контроль. Документ можно найти на едином портале государственных и муниципальных услуг.